Зеленые помидорки по-корейски. Это такое объедение, друзья, не передать вам словами. Маринуются они всего сутки и такие вкусные. Надеюсь, вам они очень понравятся. Итак, нам понадобится 1,5 килограмма помидор, уксус 9%, сахар, соль, чеснок, петрушка и сладкий перец. Также миска либо кастрюля, в которой будем все перемешивать. Режем помидоры на 4 части. Я делаю это так, если вам так неудобно, режьте на досточки. Я все нарезала, добавляю петрушку, сладкий перец и чеснок пропускаю через пресс. Теперь добавляем сахар, соль, уксус и все хорошо перемешиваем. Делайте это так, как вам удобно. Оставляем наши помидоры при комнатной температуре на 24 часа. Вот так выглядят помидорки на следующие сутки. Они такие вкусные, хрустящие и ароматные. Теперь я буду хранить их в холодильнике. При необходимости их можно переложить в баночку. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк. Пока-пока!